Всем привет, друзья, с вами как обычно Джонни, и я рад вас приветствовать на новой нарезке по Даймонду. Сегодня будет как обычно ловля, и ребят, я знаю, что ловля вам, наверное, уже немножко поднадоела, так что обещаю, что в следующем видео будет что-то новое на моем канале. Ну а вот и победитель, который получает 50 тысяч на сервере Триллиант. Условия, как всегда, просты, нужно просто подписаться на канал, поставить лайк под этим видео, ну и написать положительный комментарий и ваш никнейм. Что же, думаю, можно начинать с ловли. Погнали! Если ты решил подзаработать на Сампе или купить виртуальную валюту по хорошей цене, хотел бы тебе посоветовать продавца Дэвида Фостера. Здесь вас порадуют приемлемые цены, а также то, что продавец работает на всех популярных проектах SAMP. Хочу подметить, что вирты он передает максимально беспалевным способом, что уменьшает шанс бана аккаунта практически до нуля. Работает быстро и качественно, ссылочку на него я оставлю в описании. Я не знаю, что делать. Все, у меня уже есть деньги, мне уже ничего не надо, мужики. Все, блядь, жизнь удалась. Снова слили в гост от бизнес такой. The Atomic Bomb. Nuclear energy. Попугайчик стоит. Знаешь, что дорого. Взять бизнес, он в гости стоит. Бери. Продашь, по-любому. Давай. Взять? Бери. Ладно, если что, в гости или похер. Короче, маску. Хотите прикол? Районные постройки, что там? Пацаны, продал этот без за 1 кк. Дом элитного класса слетел, 1.6 гос. Там вроде гараж можно поставить.
я бы словил, но денег не могу. Подожди, подожди! 1,6 как гос. Чё за домик? Я уже... Ты летишь? Да, это элитный. Я его беру. Это... Это где? Где чекпоинт? Да где? Да боже! Вертолет говно, где чекпоинт? Да выпрыгни ты с вертолета! Вертолет сейчас бабах. Да боже! Почему он всегда выигрывает? Как? У меня денег нет, Ваня, у меня 1,3. Как так, дебил? У меня же дом с гаражом. Калитка. Ну вот и все, ребята, надеюсь, вы досмотрели эту нарезку до конца и уже влепили лайк под этим видео. С вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем удачи, всем пока. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Should it look good in the moonlight? All these pussy niggas so by mine. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right.